шикарные брови, согласна. Вот. И получается сейчас выезд из города для маршруток в районе, где привоз на 5-м возле горбольницы. Вот. Туда все едут. Ждать на выходные, что именно? Спасибо большое. Going out tonight. Брови, к сожалению, не смогу. Могу сделать тебе такие. Antres, I don't know. Maybe no. Maybe I will watching movie. А ты? And you, Antres? Guys, stop screen, please. Help me finish this dream goal. Go to level up. I'm going out with a friend. Oh, nice. You. Speak Spanish? No. Alexa, I speak English. Нас проспект, а весь перекрыли фильм какой-то. Снимаю 100 лет. Выходу. Мы там до галереи, я поняла. А ты на машине, Стас? Курс, миски сауэр, вау. Nice choice. Ясно, ну надо было на метрохе. Фу, Киро, или как у тебя там никнейм читается? Выйди, пожалуйста, иди с мамой своей, ты разговаривай. Неприятный. Рамин, здравствуй. Машины, что делать? Дома оставить, под подъездом. Привет, привет, ребят, пишите, откуда вы. Не умею принести. Maybe, maybe. Даша, как у тебя там рабочий день проходит? Ребят, не пишите, пожалуйста, чушь, потому что я буду выключать с эфира и кого-то блокировать. Спасибо. Антрес, you man never? Кажется, ты регион поменяла, триков стало много. Зависит от дня и времени, в какое заходишь. Такое бывает. Вот вчера я была с 11 здесь, и был очень хороший актив. Хотя бывает, что в пятницу, наоборот, вообще пусто. Ты красивая. Спасибо большое. Я не меняла регион, у меня нет VPN. Smart white. It's a fact. Тебя носит вести. Ты что в этом плохого? Мне кажется, это норма. Какая прелесть. Спасибо большое. Как ваш выходной проходит? Какая кружка блатная? Это из Синсея. Откуда ты? Я из Беларуси. Спасибо большое за подарочек. Как ты это делаешь? Что именно? Выглядит аристократично. Так, this world. Never get right. And yes. Я больше люблю белые, черные оттенки. Это мне подарили. Она мне под квартиру, наверное, не очень подходит. Потому что она синяя, у меня тут все такое серое.
зашел поздороваться, окей. Будем всяких фриков банить. Когда остаешься великолепно. Красота в глазах смотрящего. Nice to meet you, Alex. Привет, привет, Максим. Завидуем тебе, всем стимул. Я тоже хочу в Майами. Жила полностью в белой квартире, как в психушке был. Прямо напрягалась, из-за меня все приехал. Ну, я же немножко... Мне нравится в таком белом, бежевом пространстве. Still sick? Yes, Andres. So sad. Maybe I need a lot of sunny day. And I want going to the beach tomorrow. Приезжаю, ну конечно, и как я тебе без визы приеду? А, цена хорошая была, может, поэтому... Типа что, как в психушке, идеальный вариант для меня. Даже как твой рабочий день прошел? So to see the beach more often. Спасибо большое за тушеньки. Andres, yes. Because finish with someone. You so welcome, я люблю с ним. And dress up a bit more at night. Я тебе хотела предложить прогуляться в 8:30, но у меня, я не знаю, жирные волосы какие-то. Я уже не успею помыть. Человек, который у меня не здоровый такой. И еще барынк вот такой же. А сейчас ты снимаешь квартиру? БМП, спасибо большое за розочку. Andres, no, I didn't want. Ну, мыть голову я точно не буду, потому что я сейчас буду до 8 в эфире. Выбила, в смысле? Не знаю, может, кепку надеть или что-то такое. Хотя я после пляжа как-то сонный себя чувствую, не знаю. Короче, зайдешь мне, напишешь, как будешь выходить с работы, я скажу, сколько аренды, если не секрет. Hi, Andres, very fun.